Лето 2021 года ознаменовалось новыми трагичными рекордами смертности в связи с нахлынувшей третьей волной вируса. Август для России всегда был трудным месяцем, каждый год он преподносит множество неожиданностей. Шквал смертей никого не оставил равнодушным, уходят как простые люди, так и представители творческих специальностей. Вирус уносит жизни пожилых людей и совсем молодых, поэтому берегите себя, соблюдайте меры безопасности и старайтесь не посещать больших скоплений людей. Сегодня стало известно, что в один день ушли из жизни сразу двое известных артистов. На 72-м году ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, режиссер-постановщик, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Сизов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Владимир Сизов запомнился ролями в таких кинокартинах, как «Алешка», «Мертвые души», «Плюмбум», «Дом для богатых», «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики». Второй в этом печальном списке стала Марина Соколова, заслуженная артистка России. Она скончалась в возрасте 81 года. Помимо работ в театре, Марина Соколова активно снималась в кино. Зрители прекрасно ее помнят по ролям в культовых фильмах «Тихий Дон», «Брат», «История Степана Латыпова», «Неуловимые мстители». Андрей Малахов в ближайшее время выпустит программу «Прямой эфир», посвященную Марине Соколовой и Владимиру Сизову.